Одна за другой на улицах города появляются елки, преображаются витрины магазинов, а мысли хозяев устремляются к новогоднему меню. Если рецепты салатов вам подскажет интернет, то выбор торта стоит сверить с профессионалами. В кондитерской «Планета» уже позаботились об украшении вашего праздничного стола. Мастера кондитерской «Планета» могут создать шедевр на любой основе – бисквитный, медовый, суфле, безе. Сверху торт покрывается сахарной мастикой, на которой можно рисовать, клеить аппликации и даже создавать малые архитектурные формы. Посмотрите на эту старинную машинку. Уж не на ней ли Гарри Поттер со своим другом добирались в Хогвартс? В любом случае, это самый подходящий транспорт для доставки подарков. Лучше разве что традиционная русская тройка под управлением Деда Мороза. Благодаря стараниям кондитеров и сам зимний волшебник, и его внучка выглядят отлично, улыбаются и машут. Если вам жаль есть такую красоту, можно оставить ее как память о празднике. Сахарная скульптура будет украшать вашу кухню до следующего Нового года, как минимум. Можно даже разобрать ее и использовать как елочные игрушки. Композиции из различных ингредиентов мастера «Планета» создадут и по своим эскизам, и по рисункам заказчика. Во втором случае вы получите эксклюзивный праздник. Металлическая крыса это наверняка оценит. Уважаемые жители города и республики, кондитерская «Планета» поздравляет вас с наступающим 2020 годом. Годом шустрой и упорной крысы. Желаем вам в наступающем году здоровья, радости, достижения целей. И пусть хозяйка года поможет вам удержаться на гребне удачи. Срок изготовления тортов от 1 дня до недели в зависимости от сложности. Они могут быть разными и по размеру, и по составу. Главное, чтобы, глядя на него, вы почувствовали – жизнь удалась.